Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами говорим о парфюмах Amouage Library Collection, библиотечная коллекция Opus Amouage. Сейчас она переименована, по-моему, или вообще она уже не называется библиотечной коллекцией. Осталось только 5 ароматов и добавляются новые. У меня, в принципе, практически они все есть, я с ними знакома. Даже есть от Levant, да, нового парфюма King Bloom. Поэтому, кому интересно, оставайтесь, будем с вами вместе разбирать их. Прежде всего, общая такая информация, мои мысли. Как вы видите, я снимаю это видео только сейчас, то есть у меня некоторые из них уже очень давно. Но чтобы сложилось полное мнение о всей этой линейке, потому что, чтобы правильно, да, сказать, что это такое, мне нужно было именно всю эту линейку на продолжительное время потестить и почувствовать именно связь между ними, да, как отображается в каждом парфюме главная идея. И в отличие от главной коллекции Amouage, эти парфюмы, они более неоднозначные. Я бы могла сказать, что библиотечная коллекция – это стильные парфюмы, неоднозначные, многогранные. Часто в них есть цветочный аспект, свежесть в некоторых из них. И вы знаете, мои дорогие, база в многих из них – это уд, кожа, лабданум, ладан, вояк, да, вот, то есть древесность, здесь очень четко прослеживается древесность. В принципе, есть красивые, хорошо выполненные кожные ароматы. Также еще я бы вам хотела сказать, что вот именно эти парфюмы опуса, да, их легко для меня, например, чтобы их как-то понять, я пыталась делать классификацию, по каким признакам их можно разделить, в какие группы, подгруппы, да. И я для себя сделала такой вывод. Прежде всего, я могла их разделить, вы знаете, как поклассифицировать. Первое, это, например, по местонахождению или по ассоциации с местом, да, где они хорошо звучат и где они на своем месте, так скажем, да, раскрываются. Вот, например, первый, второй, третий парфюм, для меня они о лугах, наверное, таком вот именно летнем разнотравье августовском, когда много-много разных травок, цветов полевых, вот именно такое релаксирующее действие ароматерапии, да, это вот первые три парфюма, они просто идеально в эту категорию подходят. В принципе, восьмой также опус, я могла его сюда приблизительно отнести. Затем, например, седьмой опус, это для меня лес, да, темный лес. Девятый, четвертый, наверное, десятый, это все-таки о чувственности, театральности, чувственности, влюбленности или, может быть, помещении, да, где находятся влюбленные. Так на меня это действует. Так, эти парфюмы, вернее, такие вызывают ассоциации. Что я еще для себя сделала? Вывод. Так. И последние парфюмы, они, в принципе, например, Silverwood, который был, по-моему, 13-м, да, потом 14-й табак Рояль, королевский табак, которые оба были, да, Сильвер Океан созданы, они все-таки более такие насыщенные, тяжелые, восточные. И последний парфюм, он уже больше все-таки уходит в гурманику, но они все-таки больше не о ароматерапии, для меня, во всяком случае. Так, ну, в принципе, я, наверное, все упомянула. Еще один есть такой ладано-розный аромат, 12-й, да, Rose Encens. 12-й по счету он вышел. Он, в принципе, о розе и ладане, да, с таким приятным дымком. Так, мои дорогие, давайте сразу, наверное, с вами приступать. Так, я вам обозначила, да, свое, в принципе, мнение. А, еще можно по вот этому признаку, по местонахождению, да, или ассоциации с какой-то местностью их разделить. И второй признак был, это гендер, да, то есть вот мужское и женское, в принципе, они все довольно-таки унисексовые для меня, но есть исключения. Некоторые, я вижу их прежде всего больше на мужчинах, хотя, конечно, их могут использовать женщины. Например, седьмой, да, для меня он все равно больше такой мужскую направленность. Вот, потом какой третий, наверное, все-таки больше в женскую сторону уходит. Ну, одиннадцатый, я бы могла сказать, что да, он больше в мужскую, но я, например, его обожаю, даже на себя обожаю, да, вот так. И, например, седьмой, одиннадцатый, они для меня очень стильные парфюмы, реально стиля. Ладно, давайте с вами поподробнее посмотрим. Первый парфюм, конечно, мы с вами начнем по хронологии. Все они появились в 2010 году, вот первые, да, парфюм, первые, по-моему, 4 парфюма, первый, второй, третий и четвертый. Да, все они в 2010 году вышли. И у нас по опусе первом, вот он наш красавчик. Давай, иди сюда. Так, опус первый. Это шипровый парфюм. Здесь у нас с вами парфюмер Даниэль Мурель, который создал
был одним из парфюмеров моего любимейшего мемуара, да, женского. Там еще была Доротея Пьо, да, парфюмер с ним вместе. То есть, кстати, это совместное их творчество. И вот красавец шипровый. Здесь очень много фруктовости. Вот хотя он шипровый, да, но я здесь ощущаю очень много фруктовости. В верхних нотах здесь кардамон, слива, горький апельсин. Горький апельсин вообще люблю очень в парфюмерии. Люблю очень сливу. Ощущение создается насыщенного сливового ликера или, может быть, вы знаете, вина какого-то именно такого сливового цвета. Но при этом он совершенно не уходит в темноту по звучанию. Он реально напоминает какое-то разнотравье луговое мне, во всяком случае, какие-то сухие травы. Даже какой-то медовый аспект появляется, мед, сухие травы. И при этом вот это сливовое вино, например, бокал сливового вина, и рядом как будто, или может быть на бокал, я не знаю, как вот вставлено, надето на бокал такие дольки горького апельсина. Вот такое что-то по вкусу, если говорить. Здесь в средних нотах иланг-иланг, тубероза, жасмин, роза, ландыш. Смотрите, у нас появляется с вами тубероза, да, и жасмин, в принципе, иланг-иланг. Все три афродизиака, такая действительно яркая, подчеркнутая женственность появляется в парфюме. Но сразу остановлюсь на этой ноте. Не подумать, что он только женский. Вот, например, третий, он больше все-таки для меня опус именно в женскую сторону уходящий. Первый же опус, я могла бы представить его шикарно на мужчинах, которые любят такие вот именно алкогольные, слегка винные оттенки в парфюмерии, потому что цветы, они здесь не звучат только, вот знаете, женственно. Он даже, я не могу сказать, что именно белоцветочный, так как желтоцветочность от иланг-иланга здесь очень отчетливо чувствуется. Даже какое-то, вы знаете, ощущается вот это разнотравье или лук, может быть, даже где одуванчики растут, что-то такое именно желтоцветочное, пыльцовое даже ощущается, не только вот иланг-иланговость, да, желтая. И по своему идеальному балансу мужского и женского, вот опус первый, я бы могла его сравнить с парфюмом Guerlain Spiritueuse Double Vanille, да? Вот там я в своем видео рассказывала вот о парфюмах Guerlain, вот это линейки Lara La Matière, что тот парфюм, он для меня идеально выверенный парфюм, именно гармонии мужского и женского начала, и в этом также. Вот он звучит жизнерадостно, солнечно. Фруктовость, я вам сказала, сильно чувствуется, как будто ликер. Очень позитивный, луговой. Он более яркий, чем опус третий. Чувственный за счет туберозы и жасмина. В нем есть чувственность. Больше такой, наверное, древесности побольше, глубины побольше. И он пикантнее, чем опус третий. Я почему их сравниваю? Потому что из вот представленных четырех, да, первых парфюмов линейки, библиотечной линейки, они более между собой пересекаются по, может быть, такой цветочности, да, цветочности или луговой цветочности. Так, так как здесь все-таки есть ладан, это уже все звучит, вы знаете, более он серьезнее в базе становится, серьезнее, глубже, основательнее, чем третий опус, так как в третьем опусе там амбрета и мускус, они, естественно, полегче звучат, более лайтово. Так, вообще, по большому счету, какой он, да? В базе здесь папирус и гвояк, кедр, сандал, как и в опусе третьем. У них вот эта связка, кстати, очень похожа, да? И, ну, в принципе, папирус и гвояк, они и кедр, такая древесность, она, в принципе, наверное, создает ощущение библиотеки или фолиантов. Вообще, вы знаете, когда я готовилась к этому видео, мои дорогие, я подумала о том, что не обязательно все эти парфюмы, они названы библиотечной коллекцией, именно как только желание передать аромат книг или старых фолиантов, манускриптов или самого запаха, да, библиотеки, а может быть, это просто библиотека воспоминаний. И вот здесь, вот если мы говорим с вами о воспоминаниях, абстрагируясь от запаха библиотеки, хотя, конечно, он здесь именно в базе присутствует такая древесность, относящая к нам, нас к переплету или к такой пыли, да, которая бывает на страницах старинных книг. Вы знаете, здесь все-таки очень отчетливо вот эта древесность и как будто такое есть воспоминание о лете, да, вот о лете, о насыщенном лете, когда вот уже есть сливы у нас в августе, да, именно августовское лето, такое луговое здесь для меня. Но при этом вот иногда появляются одуванчики. Горьковато, цветочно-фруктовый, стойкий очень. В базе он такой немножечко более уходит в
такой в древесную, да, мужественность, потому что древесные оттенки, они для меня всегда более мужественно звучат, да, чем цветочные, но это и понятно. Так, я хочу еще посмотреть, что у меня здесь есть. Томность. Ага, вот, смотрите, я томность и ладанность здесь у меня относит меня к лирику женскому амуаж. Вот именно какой-то, я не знаю, такая есть... Зрелость, может быть, женская, но нет ретровости никакой. Для меня в всяком случае нет. Пикантно он, да, звучит. Так, и что у нас еще? Вот смотрите, здесь у нас Даниэль Морель, парфюмер. И Даниэль Морель также был парфюмером, как я вам уже сказала, в мемуар, в женских мемуарах, обожаемом мной парфюме. И вот по звучанию, например, ладана, кардамона и цитрусовых, так, горький апельсин, который здесь в верхних нотах, у меня такое идет перекликание к женским мемуарам, но если женские мемуары, они все-таки больше такой интровертный парфюм, и какой, о интровертности и мудрости, то этот первый опус, он все-таки более солнечный и экстравертный, да, более такой искрящийся. По звучанию Иланг Иланг он меня также относит, как Иланг Иланг раскрывается в юбилейном женском. Да, Jubilation 25 Woman. Вот в таком направлении. И вот этот парфюм, он очень красив в шлейфе. Вот не просто, когда вы его наносите, да, и припадаете носом, да, к этому месту, куда вы нанесли, а вот именно, когда шлейф развивается, он звучит как-то, я не знаю, игриво очень. Такое у него игривое звучание. Так, мои дорогие. То есть это такая здесь приятная, фруктовая алкогольность. Ну, в принципе, шипровые парфюмы, они всегда игривые. Есть красивая игривость. Так, здесь мы с вами закончили с этим парфюмом. Давайте переходим ко второму парфюму. Это 2010 год также, да, остаемся с вами в 2010 году. Здесь у нас парфюмер Мишель Сарамит. Он, в принципе, не очень знаменитый, да, парфюмер. Восточно-фужерный аромат. Вот опус второй, да. Вот он наш красавчик. Вот посмотрите, сама жидкость, она более светлая, да? Упс, не падай. Посмотрите, мои дорогие. Смотрите, вот здесь, да, какой насыщенный цвет. Уже сразу даже по самому цвету можно сделать, да, провести сравнение самим и посмотреть, какой здесь насыщенный оттенок, и какой здесь светлый, прозрачный. И вот этот опус второй, он реально, наверное, самый легкий, да, из всех этих опусов по звучанию, по ассоциациям. Также он у меня ассоциируется с лугом, он восточно-фужерный. Верхние ноты лаванда-полынь, розовый перец. Средние ноты кардамон, корица, перец, жасмин, роза. То есть цветочки жасмин, роза, но он совершенно, я в нем не угадываю ни жасмина, ни розы. Он прежде всего о лаванде для меня, полыни, такой горьковатом, да, разнотравье. Нет здесь никакой сладости. Наверное, самый, может быть, не сладкий аромат из всех представленных, но помимо вот некоторых, да, кожаных. Но здесь совершенно я не чувствую сладости. Он свежий, прохладный, природный. И базовые ноты, конечно же, есть и ладан, пачули, амбра, мускус. Ну ладно, он такой также здесь очень люденький. Так, давайте его сейчас обновим. Это как свежий ветер какой-то, да? Приятный свежий ветер, погода перед дождем, вот когда дождь только должен начаться, и мы ощущаем, да, вот в атмосфере надвигающийся ливень. Так, природный он также очень, вот первый природный. Такой, вы знаете, вот какое-то есть августовское томление в первом парфюме. Вот в этом парфюме больше свежего воздуха, движения, легкости, прозрачности. Но в нем есть какая-то определенная также маслянистость, может быть, какая-то даже как солоноватость. Или вот как вот эта водичка, вот знаете, от оливок. Вот здесь мы в баночке сливаем оливки, и вот эта водичка, которая остается от оливок, вот она какое-то дает солоноватое, такое пряное, маслянистое. Звучание, вот оно здесь также есть. Корицу также не чувствую, кардамон не чувствую. Вот просто дуновение свежего ветра. И он, в принципе, не очень стойкий. Вот из всех парфюмов, какие здесь есть, он не очень стойкий. Но очень-очень хорошо собирает мысли, да? Вместе приводит как-то в порядок, освежает хорошо. Восточно-фужерный, я вам уже сказала, но, в принципе, они фужерные ароматы, они все очень хорошо подходят такой для каждодневного, да, использования, такого делового больше. Так,
мой дорогой, иди сюда. То есть я не могу сказать, что это для меня, вот знаете, такой стопроцентный амуаж. Может быть, да, из легких парфюмов, где есть там лаванда, ну что у нас, сель, да, мужской, например. Но в том там больше игры. Это довольно-таки простой аромат. Я не могу сказать, что в нем какое-то идет раскрытие. Вот просто, вы знаете, это такая вот как зарисовка, я вам не сказала вначале, да, вот они для меня очень многогранные, амуажи. И вот эта линейка вообще вот вся, да, она скорее всего для себя, как, а не для окружающих. То есть для себя, не для окружающих, в них есть определенный элемент, да, психотерапии, такой релаксирующий какое-то действие на нашу психику. Они очень, многие из них спокойные, есть, конечно, активные, но большинство они спокойные, чем интровертно, чем экстравертные, они сложные, да? И они как будто как релаксирующие такие зарисовки на заданную тему. И здесь как будто вот дали такую тему, луг, много разнотравья, именно вот трав, да, не цветов, а трав, именно полынь, да, лаванда. Такая фужерность, естественно, появляется. И при этом что-то какое-то есть настроение, как от арома масел вот здесь. Арома масла, может быть, лаванды, такая слегка легкая горечь полыни, солоноватость появляется. Ну, нет никакой пряности. Вот на мой вкус здесь нет пряности, хотя кардамон заявлен. Так, где у нас кардамон? По-моему, он здесь есть, да? Кардамон, да, кардамон, корица, перец, жасмин, роза. Ладан также здесь очень приятный. Многие говорят, что это, скорее всего, мужской аромат, а мне он, в принципе, нравится на себе. Меня он хорошо, вы знаете, как, когда все парфюмы надоедают, я к нему обращаюсь, он приводит, да, какое-то свежее, дает мне свежий настрой, да, на парфюм, свежий взгляд. Вот так. Так, такие парфюмы необходимы, вот, во всяком случае, в моей большой коллекции, да, они необходимы. Ощущается ли здесь какая-то библиотека? Мне не очень ощущается. Здесь вот именно такое разнотравие, луговое разнотравие. Давайте сразу перейдем с вами к третьему парфюму, это третий опус. Здесь у нас парфюмер Карин Маншон Шпейнер, также, да, 2010 год. Я просто обожаю вот этот парфюм, он, по-моему, какой восточно-цветочный, его сравнивают с непристойностью, Ансаланс Герлан и с Омбр Меркюр Терри де Ганспур, да? Так, люблю, вот просто я не знаю, этот парфюм восточно-цветочный, я его люблю просто всей душой. Мне в нем очень комфортно, уютно. Какой? Он очень красив летом, мои дорогие. Он прежде всего здесь о чем? О мимозе. Верхние ноты. Мимоза, мускатный орех. Мимоза, мускатный орех, гвоздика, пряность, дрог, чабрец, фиалка. Вот о фиалке мимозе он для меня, мои дорогие. Да, фиалка, иланг-иланг, жасмин, африканский апельсиновый цвет. Ну и желтоцветочность также присутствует. То есть не только такая приятная помадная фиалочка и наивная, светящаяся, радостная мимоза, но при этом здесь все-таки ощущается иланг-иланг, африканский апельсиновый цвет, так как он наполнен солнечным светом. А в принципе африканский апельсиновый цвет и иланг-иланг, они дают присутствие солнечного света, тепла, да, вот как будто солнышко греет нашу кожу, вот как будто нам тепло с вами, да, вот в принципе этот парфюм очень теплый, может быть даже самый теплый здесь представленных. Потому что, например, первый он слегка так чуть-чуть в темноту уходит, ну, по ощущению винности, да, для меня винный парфюм, они немножечко такие больше в темную сторону. Этот только о свете, да, он красив очень летом. Так, и базовые ноты, давайте я вам скажу, бензоин, ваниль, сандал, гвояк, опять гвояк. Как я вам и сказала вначале, гвояк очень часто появляется в базовых нотах опусов. Гвояк, мускус, амбрета, папирус, вирджинский кедр. Вот в этом парфюме, кстати, вот когда он в базе, каким он становится, в нем ощущается присутствие вот именно книг, может быть, да, переплета книг. Так, цветочный, красив летом, я вам сказала, желтоцветочный, фиалково-пудровый. Вот он такой желтоцветочный, фиалково-пудровый. Здесь уже как-то одуванчиков меньше, но вот больше фиалочки, да, нежный, солнечный. Вот, кстати, он в третий опус нежнее, чем первый, да, первый он больше о чувственности, такой томности, а этот о нежности. Солнечный также, они оба солнечные. Иногда может раскрываться замши на мне. Иногда в нем такая вкусная нотка, какая-то гурманская появляется, как будто пряники с кардамоном. Чуть наивный такой, иногда даже какой-то по-детски радостный, да, непосредственный, потому что нота мимоза, она дает такую радость,
детскую парфюмом. Фиалка звучит здесь очень нежно, утонченно, но она не уходит в меланхолию, потому что все-таки ланг-иланг и африканский апельсиновый цвет, они уравновешивают фиалку, да, ее такое слегка, может быть, меланхоличное звучание в парфюмах. И как-то хорошо уравновешивают и придают радости фиалке. Это поэтому такая более радостная фиалка. И люблю такие фиалочки, кстати. Но люблю меланхоличные иногда. Я люблю вообще фиалки, мои дорогие. Но он не уходит совершенно в меланхолию. Как я вам сказала, может быть, даже в легкую какую-то гурманику уходить, как будто как пряные шоколадные конфетки. Это именно пряные. Бензоин. Вот смотрите, здесь есть в базе бензоин, ваниль. Я думаю, что именно здесь такая бензоиновая сладость. Я люблю, как бензоин раскрывается. Он иногда, вы знаете, какой-то дает слегка даже вишневый подтон парфюма. Мне нравится это. Как будто как такая тягучая смола. Как я не знаю, вот эта смола, по-моему, когда с вишневых деревьев капает, да, смола. Я помню, когда маленькая, мы могли ее отрывать, да, кушать. И вот эта вот смола... Бензоин вот этой смолы, ароматом этой смолы, вот ощущением такой тягучести и вишневости раскрывается именно бензоин в парфюмах. Сладость здесь какая-то очень уравновешенная, ненавязчивая, да, хотя есть, смотрите, и бензоин, и ваниль, но он очень приятно звучит, не уходит никуда, очень хорошо сбалансирован, не громкий. Так, что я еще себе отметила? Фиалочка помадная здесь, я вам сказала, есть ощущение присутствия луговых трав, разнотравья, как, в принципе, в первом и во втором опусе. А в первом опусе все-таки больше древесности, здесь такой, может быть, фиалковой помадности. Вот это просто какой-то эликсир хорошего настроения. Когда я его наношу на себя, сразу чувствую нежность, такой прилив нежности и хорошего настроения. Вот Карин Ван Шонспеннер здесь меня, в принципе, очень меня порадовала. Он такой сухой, какой-то горячий, да. Сухой, горячий шипр, может быть, даже иногда. Хотя он восточно-цветочный, он стал, да, заявлен. Но иногда он таким, прям, бывает, сухим, приятным парфюмом раскрывается. Так, и теперь, мои дорогие, перейдем с вами к четвертому. Четвертому парфюму 2010 года. Это опус 4 Жак Флори здесь, парфюмер. Вот он. Помните, мы с вами, я его ночью с вами раскрывала. У меня была серия видео, когда вот эти ночные распаковки, когда совершенно нет времени. Могут меня понять люди, да, у кого тоже времени нет. Вот смотрите, у него, кстати, такая красная подставка. По-моему, это единственная подставка красного цвета из всех опусов. Во всех остальных она черная, или какая она здесь, наверное, темно-коричневая, может быть, или черная. А в четвертой почему-то его сделали красным. Но вы знаете, вот этот четвертый парфюм, он именно, там была такая компания при продаже этих парфюмов, 50% от цены, от выручки, они шли на цели просвещения, защиты, да, от СПИДа среди молодежи, по-моему, вот в Султанате, да, была такая информация, где-то я читала, да. И, в принципе, по-моему, нет, мои дорогие, еще вот здесь даже на самой вот, в самом вот этом фолиантике маленьком, да, здесь это было, да, здесь описывается, что 50% от цены идет на борьбу со СПИДом, так скажем. Жак Флори также у нас 2010 год, фужерно-амбровый, теплый, пряный, шикарнейший парфюм. Вот именно этот парфюм, он из этой категории лугового, релаксирующего, ароматерапевтического направления, он для меня уже уходит больше в чувственность, мои дорогие. Сейчас я вам определю. О чувственности он, да, и вот... Вот если бы сказали для меня, какая местность, о местонахождении, что это? Четвертый парфюм для меня это какой-то, как будто влюбленные. Сейчас я вам здесь написала. Комната с влюбленными. Может быть, они на кухне готовят. На кухне в Италии, комната с влюбленными, наверное, кухня. Вот люди чувствуются, понимаете, в этом парфюме, в нем чувствуется, как будто любовь пронизывает воздух. И они, эти влюбленные на кухне в Италии, готовят какое-то вкусное блюдо из цитрусовых и много пряностей, да, специй есть. Потому что здесь все-таки тмин заявлен, да. Вот чувствует специи, и при этом ладан здесь, он такой очень теплый, какой-то очень ласкающий, как будто, может быть, вот именно как такое, вы знаете, соотношение ладана и воска от свечей, и, может быть, горят свечи где-то, или какая-то восковость ощущается, может быть, даже рядом в Италии какая-то церквушка неподалеку. Но вот это все воздух, он прям вот, я не знаю, просто пронизан любовью здесь. Какие у нас здесь верхние ноты? Кориандр, мандарин, грейпфрут, лимон. Вот, смотрите, очень много цитрусовых,
и кориандра. Кориандровое масло, по-моему, вот здесь вот на брошюрке написано, да, кориандровое масло. Средние ноты тмин, кардамон и лемми, шиповник, роза, лист фиалки. Смотрите, цитрусовых много, но при этом есть шиповник. Вот он придает очень приятную такую оригинальную кислинку парфюму. Вы сами знаете, да, когда мы шиповник можем сорвать с куста, естественно, он будет очень таким кисловато, тонким ароматом обладать и вкусом, в принципе, да. Средние ноты тмин, кардамон и лемми, шиповник, роза, лист фиалки, я вам сказала. И базовые ноты ладан, лабдан, мускус, перуанский бальзам. Кардамон и ладан, в принципе, как во втором опусе, потому что они какие-то очень свежие здесь. Свежие дают такое звучание свежести, да, вот в этом парфюме. Ярко выраженная дымная какая-то составляющая здесь есть. Я думаю, наверное, скорее всего, от лабданума и ладана. Ладан также заявлен. Он пряновый, специи, но если вы бы меня спросили, какое общее главное направление этого парфюма, это горько-сладковатый. А точнее сказать, такой сладко-цитрусовый. Вот именно сладко-цитрусово-горький. Потому что цитрусы, мои дорогие, здесь они не звучат свежо. Здесь именно вот ладан, да, и кардамон дают свежесть. А цитрусы здесь именно такое дают насыщенное, сочное звучание. Потому что этот парфюм, он очень сочный. Вот он вот какой для меня сладко-цитрусово-горький. Плюс дымно-кисловато-специевый, да. И смотрите, дымно это ладан, кисловато шиповник и лемми. Потому что лемми у него, хотя это смолистые ноты, но и лемми звучит очень часто таким лимонной кислинкой. Получается, шиповник и лемми дают приятную кислинку этому парфюму. И специевый тмин, кориандр. Тмин, конечно, здесь специевости много, вот именно от тмина. Но нет, кориандр может быть, в принципе, на вторых ролях, но именно прежде всего больше специевость такая тминная. Он очень таинственный, дурманящий, мои дорогие, и благовонный. Вот как будто вы нанесли на себя много... Вот эти влюбленные, да, на кухне, они как будто... нанесли на себя много каких-то благовонных масел, да, с благовониями. Я не знаю, что это такое. Может быть, они что-то воскуривают дома, приятное, такое очень драгоценное. Густой он, яркий, стойкий на мне, но при этом не давящий. Бывают такие давящие парфюмы, доминирующие над вами, но вот он на мне не доминирует. Вы знаете, в нем также есть анималистичность. Не знаю, за счет чего она достигается. Может быть, мускус здесь такой. В принципе, да, здесь заявлено в базовых нотах абсолют лабданума, перуанский бальзам, ладан, анималистические ноты, мускус, да. Может быть, мускус также здесь такой анималистический, потому что в нем ощущается теплота кожи, да, человека, как будто такая телесность чувствуется. Я это, в принципе, очень люблю. Мускус здесь такой же очень анималистичный, я бы сказала, но нежный. Вот как в мускус, сейчас скажу, мыс Кублайхан, там есть ощущение такого пузика котенка, да, вот этой теплоты. И здесь ощущение есть такой теплоты, как будто вас ласкающий. Иногда вот этот парфюм, хотя вот видите, не очень много, я его еще использовала, он не так давно у меня, вы сами знаете, при всей моей огромной коллекции. Вот этот парфюм, он просто реально меня успокаивает, релаксирует, согревает. Ну, любовь, в принципе, она всегда, да, согревает, я бы так сказала. Может, конечно, нервы потрепать неплохо, да, но согревает всегда, когда она настоящая. Так, и он какой для меня, ладан, я вам сказала, теплый церковный, яркий, горячий. И вот мое определение, да, этого парфюма, такой влюбленный в Италии, готовит на кухне блюдо с цитрусовыми, что я здесь еще написала, и специями, зажгли рядом свечи. Такой, да, парфюм, он такой очень... Вы знаете, он очень переливающийся, мне нравится. Он как калейдоскоп, он каждый раз как-то играет по-новому. Очень сочный. И вот, как я вам сказала, что такой он, в принципе, кисловато-сладковато-горький и специевый. Очень интересная связка. Может быть, именно эта связка вот этих разных направлений дает ощущение калейдоскопа. И, в принципе, у него природное звучание. Я бы не могла сказать, оно не луговое уже, как в трех предыдущих парфюмах, но что-то в нем есть от природное. Я сейчас просто пытаюсь понять, вот на что природное здесь звучит. Может быть, вот эти специи, а может быть, все-таки цитрусовое сочетание с специями дает такое природное звучание. И
самая главная черта, за что я его люблю, он очень живой, меняющийся, и ощущение в нем есть, вот что он дышит. Как же, мои дорогие, я люблю парфюмы, которые дают ощущение присутствия чего-то живого, пульсирующего. Вот в нем он как будто реально дышит на мне. Но никогда не покупайте этот парфюм, не попробовав его, потому что у него очень такое звучание яркое, необычное, ни на что не похожее. И здесь есть тмин. Это очень коварная нота. Если она на вас хорошо звучит, это будет кайф. Если же не очень, и у вас горячая кожа, я знаю, что тмин на горячей коже также может очень неприятно, да, шалить, может очень много такой запах пота выдавать, лучше его все-таки тестить. Так, мои дорогие, с этим мы парфюмом закончили, с четвертым. Так, давайте подвигаемся с вами дальше. У нас с вами Opus 5, уже 2011 год, и парфюмер здесь Жак Кавалье. Я считаю, что Opus 5 наравне с Opus 3, наверное, это два парфюма, которым, в принципе, женщины могут очень легко подобраться, вот, которым, в принципе, вся линейка еще не знакома, далека. И если, например, вам нравятся мускусные парфюмы, к ноте ириса, да, и вообще к аромату ирисов парфюмов вы относитесь хорошо, я бы вам советовала присмотреться к Opus номер 5 прежде всего. Потому что, мои дорогие, какой он, в принципе, очень нейтральный для меня аромат. В нем уже нет присутствия лугового разнотравия, как в Opus 3. В нем все же он цветочно-древесно-мускусный. А относится, да, к группе цветочно-древесных мускусных, а цветочно-древесно-мускусные парфюмы, они все-таки для меня, например, они очень соблазнительно звучат. Они ненавязчивы, но именно своей ненавязчивостью как будто они создают ощущение сексуальности, да, для меня, во всяком случае. Ну, о чем этот парфюм? Если у нас с вами здесь Жак Кавалье, у Жака Кавалье парфюмер, у него парфюмы всегда с налетом именно городского флера, да. И здесь он для меня самый, что я отметила, самый легкодоступный для понимания. Какие здесь у нас ноты? Корень ириса – ром, средние ноты – корень ириса – роза, жасмин, то есть, видите, уже роза, ирис, жасмин, стандартные, да, три ноты, встречающиеся практически во всех французских, да, в принципе, не только французских, цветочных женских ароматах. Но здесь есть ром, и алкогольность реально здесь ощущается наравне с ирисовым звучанием, да, но здесь именно даже какой-то не цветок звучания, может быть, даже корень ириса больше. И базовые ноты, что самое главное для этого парфюма, здесь ут, цибетин, сухая древесина. Алкогольная ирисовая пудровость, вот что я про него написала, алкогольная ирисовая пудровость. Более светский, вот главное, да, ключ к пониманию этого парфюма по сравнению с другими парфюмами. Вот если все эти четыре были на заданные темы, то вот этот парфюм, он такой очень какой-то обобщенный, да, или обобщающий. Такое что-то усредненное, и он более уже светский, он уходит от природности, во всяком случае для меня, у него больше светское какое-то звучание. Аромат дорогих, вот он для меня, аромат дорогих бутиков, чистоты, спокойной роскоши. Вот представляем с вами, да, вот все бутики, город любой, да, в любой стране, где много всех лакшери, да, бутиков, и вот он пахнет именно этими бутиками. Чем-то он еще, вы знаете, ассоциируется для меня с серым цветом. Он не яркий, но его запомнишь. Вот он реально запоминающийся. В нем, когда он раскрывается, может быть, цибетин с удом дает такое звучание именно мускусности, выраженного мускусного аромата. Поэтому, если вы с мускусом на «вы», с ним надо быть поосторожнее. Так, ут, ну вот для меня он здесь, я не могу сказать, что здесь ут какой-то, вы знаете, убивающий. Довольно-таки спокойный. И ощущение ароматерапии, кстати, вот здесь нет. Если в первых четырех у меня есть ощущение ароматерапии, вот в пятом почему-то нет. То есть, ну, может быть, да, он светский, каких-то для светских приемов, для бутиков, для городской, такой светской жизни. И какой-то по ассоциациям он меня относится почему-то к бетону, да, может быть, серый цвет, он у меня ассоциирует с серым цветом. Так, ну, он, в принципе, очень комфортен, дает почувствовать, вот, вы знаете, иногда бывает, нам все наши парфюмы надоедают, и нам хочется почувствовать ухоженность. Вот в этом парфюме есть ощущение ухоженности. Вот так. Ну, это, в принципе, Жак Кавалье такой, вы знаете, у него очень, наверное, 200% его стиль можно охарактеризовать как 200% европейского стиля, который
развивался поколениями, да, потому что Жак Кавалье, у него папа также парфюмер, и он был просто еще мальчиком, он рос, он просто, вот вы знаете, свою всю жизнь воспринимал через призму парфюмерного искусства, и это ощущается также в этом парфюме. Затем, мои дорогие, мы переходим к шестому парфюму, уже 2012 год, какая-то разная информация в интернете, но я находила информацию, что здесь также парфюмер Жак Кавалье, и, в принципе, могла бы поверить этому, потому что пятый и шестой парфюм, они довольно-таки для меня звучат также по-светски, да? Ну, вот что я могу сказать о вот об этом шестом парфюме. Его, кстати, сейчас, по-моему, вывели также. Если пятый еще есть, уже в новом, да, флаконе сером, в этом гранитном, то в шестерку, по-моему, ее уже нет. Что у нас здесь с вами по нотам? Восточно-пряный парфюм, уже 2012 год, да? Так, что у нас здесь с вами? Здесь у нас верхние ноты ладан, индийский лавр, сычуанский перец, пряности. Вот они, наши пряности, да, лавр, перец. Средняя нота на гармота. Она для меня всегда звучит очень соблазнительно, так как-то, вы знаете, маняще, может быть, слегка как-то игриво, да, в парфюмах. Пачули, молочный дрог. И базовые ноты амбра, лабданум, сандаун. Вот не очень много, да, нот парфюмерных. Нет ни одной цветочной ноты, вот что я заметила, да. Он очень теплый, сложный, гармоничный. Здесь ладан и лабданум звучат вот именно так, как в четвертом опусе. И вообще для меня, вот если по стилистике своей такой спокойной, какой-то светской, какая-то мошка на мне, господи, пусть этих меня скушает. Короче, смотрите, мои дорогие, по стилистике. Вот этот шестой, он похож с пятым, такой спокойной, выдержанной, больше светской стилистики, да? А по звучанию он вот этого ладана и лабданума очень похож с четвертым. Знаете, по ощущению, какое дарят эти парфюмы. И амбра именно в шестом опусе играет большую роль. Он такой пряно-сладкий. Есть здесь запах каких-то старинных, запах старинных ароматов. Как будто вот пахнет стариной, но он совершенно не ретровый. Когда вы его только вот распыляете на себя, есть ощущение, как будто, может быть, конфеток или карамелек, да, вот в самом начале как будто пахнет какой-то карамелькой, очень вкусной, да, кисловато-сладкой. Может, поэтому кисловато-сладкому звучанию я сразу его отношу также вот к четвертому опусу. Так, что у нас дальше? Сочный он, да, вот смотрите, четвертый опус сочный, также шестой очень сочный. Он посвящен, да, вот шестой парфюм, я находила информацию, что он посвящен памяти и избавлению от плохих воспоминаний, да, от негативных воспоминаний. Ладан здесь, ну, просто супер расслабляющий. Как расслабляет вот этот ладан, я не знаю, какой здесь еще, в принципе, я могу назвать. Вот по такому именно расслаблению, наверное, нет. Вот только этот так расслабляет. Он какой-то реально, как ароматерапия. Вот здесь опять появляется, да, признак первых четырех, как опусов, как будто это как ароматерапия. Ароматы для меня, прежде всего, да, об амбре, ладане. А далее он многим напоминает Black Afghan, но я не очень хорошо знаю Black Afghan, может быть. Отдаленно он меня относит к Pure Distance Black. Тот парфюм я очень люблю, мне нравится, как он звучит. Я не могу сказать, что вот каждый день я хочу его использовать, но это просто супер уравновешенное, стильное, достойное звучание, такого древесно, пусть быть даже восточно-пряного аромата. И здесь также есть эта черта, вот как в Pure Distance Black. Для меня здесь вот гармония просто... Если у нас в первом парфюме, в первом опусе была гармония мужского и женского, идеально выверенная, то здесь гармония материального и духовного, да, за материальный компонент здесь отвечает амбра, и духовного, естественно, ладан. Приятная дымность здесь, недавящая. На гармота, как вам сказала, звучит очень соблазнительно. Многим напоминает Black Afghan, но не знаю, как мои дорогие, я не очень хорошо с ним знакома. А, кстати, посмотрите, здесь вот, кстати, золотой цвет вот у этой подставочки. Надо будет их потом сравнить все вот в четвертом, да, у нас красная, здесь золотая, интересно. Много дымности, есть дымность. Какая-то даже есть здесь медовость, определенная медовость. Сейчас вот, кстати, до видео я его наносила. Определенная медовость, даже какие-то опять луговые травы появляются, вот как в первых четырех парфюмах. И много древесности. Ой, какой-то дымной, да, древесности. Но нет ощущения, вот как будто углей, да, бывают такие слегка, вот они, парфюм уходит в излишнюю дымность. Здесь этого нет, потому что мне он приятен, да.
вот этот парфюм какой-то очень приятный. И могу понять, кстати, по стилю, что здесь мог быть Жак Кавалье. Вот при всех таких нотах восточных, да, и ладан, и что здесь и лабданум, да, и лавр, в принципе, перец, ну и такая иногармота. Ну нет, здесь он какой-то все равно мягкий, теплый, а очень обволакивающий, да, нет здесь убойности никакой. Мне, кстати, это нравится. И давайте сразу перейдем с вами к седьмому опусу. 2013 год, смотрите, он у меня, наверное, к сожалению, да, вот в таком сером флакончике, уже в новом, потому что я бы, конечно, хотела тот темно-коричневый, по-моему, или ну, на фотографиях он всегда выглядит черным, да, седьмой опус, а это как будто такой приятный, не знаю, в принципе, он на ощупь приятный, но мне бы хотелось, чтобы для коллекции он у меня был, да, в темном флаконе, но это уже отступление. Он, в принципе, раньше, да, он был заявлен как фужерный, седьмой парфюм, да, фужерно-зеленый. Сейчас он заявлен как кожаный. Я могу понять, что он кожаный аромат, могу подтвердить. Может быть, кожано-фужерный, что-то такое, да? А может быть, даже восточно-пряный. Но парфюмер, есть два парфюмера, Альберто Морилес и Пьер Негрин. Пьер Негрин, да, мы знаем знаменитейший его, самый, наверное, знаменитый парфюм и самый любимый многими, многими нелюбимый, интерлюд мужской, да, синий монстр, да, как его называют часто. Какие у нас здесь ноты? Верхние ноты, пажитник, гальбанум. Вот гальбанум, ключевая фигура, здесь гальбанум играет огромную роль, мои дорогие. Он дает такую зелень, насыщенную зелень, может быть, каких-то трав, да? Горечь даже, горечь, насыщенную горечь таких зеленых трав. Кардамон, розовый перец, мускатный орех. Средние ноты кожи, от серый, амбр, пачули, амброксан. Вот появляется амброксан, потому что все-таки амброксан, он дает более длительное звучание парфюма и более объемное. Но кто его любит, кто нет, он, в принципе, дает такую некоторую искусственность звучанию, на мой вкус. Кожа, от серый, амбр. Серый, амбр дает воздушность. Интересное сочетание, кстати, смотрите, серый, амбр, да, и амброксан. Базовые ноты на гармот, алибанум, сандал, костус, мускус. Опять на гармоты есть, как и в шестом опусе. Он, в принципе, вы знаете, что для меня, вот седьмой опус, Reckless Lazy он сейчас называется, а опус седьмой, кстати, смотрите, опусы они сохранили, да, это, только убрали другие, да, опусы, и написали теперь Reckless Lazy. Этот парфюм для меня о диком темном лесе, дикий темный лес, он такой очень свежий парфюм, активный, кожа отчетливо ощущается, уд здесь совершенно не давящий, никакой нет дымности, да, удовой. Больше именно зеленого, травянистого даже, я бы сказала, травянисто-кожного звучания. Его также сравнивают с бандитом, да, вот кому интересно, просто в какое направление, да, с бандитом Робер Пеге. Естественно, газоменитейший кожаный, да, аромат. Свежий, активный, очень травный и зеленый, копчено-дымный, дегтярно-березовый, какая-то кожа здесь. Березовость. Вот мне, вы знаете, всегда очень интересно, когда появляется такая именно как дегтярность, но при этом не дымность, да, именно таких вот оттенков кожи, каких-то дегтярных, да, березовых. Влажная зелень здесь, как будто крапива, полынь, сорняки. Вот именно гальбанум. Горький насыщенный парфюм. У меня есть с гальбанумом много парфюмов, я его здесь угадываю отчетливо. Ут и кожа. Иногда он даже брутально может звучать. Мне кажется, вот на мужчинах мне очень нравится его звучание. Он очень стильно. Стильно звучит. Брутально иногда. Очень противоречивый. Он, вы знаете, он противоречивый, но в нем есть драйв. Ощущение драйва, движения. Вот хотя он такой темный, да, густой, дикий лес. В нем иногда как-то, вы знаете, мне не хватает света. Но при этом в нем есть драйв, ощущение, может быть, даже рока. Ощущение мотоцикла, движение, да, но при этом природный, он суперприродный, привлекает внимание, он такой природный, даже чуть мрачный, я бы так сказала. Иногда, я, кстати, его очень люблю, и вы знаете, я его вот приобрела, вы помните, не очень так же давно, вот когда-то в апреле, по-моему, когда после зимы у нас бывает просто нехватка, да, вот зеленого цвета, ощущение природы. Я помню, я его затестила, я поняла, мне без него не уйти, потому что он как будто как пробуждение даже природы, вот в апреле, именно когда еще влага, да, земля влажная, пробиваются какие-то вот зеленые первые травки. Вот есть вот это ощущение супер ярко выраженной природности здесь, такой пробуждающийся, да, каких-то пробуждающихся зеленых соков.
Нет, уд здесь совершенно не давящий. Амбраксан, кстати, также на меня здесь не давит ничем. Только вот единственное, что вот из всех, да, какие до этого были парфюмы, мне кажется, вот этот он больше, да, вот сюда в сторону мужскую. Не знаю почему. Ну, я, в принципе, так определяю, да, для себя. Это мое мнение. Так, следующий парфюм, мои дорогие, это 8-й парфюм. Восточно-древесный парфюм 2014 года. Здесь также два парфюмера. Это просто шикарнейший, да, цвет. Я, наверное, вот этот флакончик один из моих самых любимых. Это просто какой-то, как будто как слоновой кости, да, цвет у флакона. Да, кстати, смотрите, золотое также здесь подставочка, как и в 6-м опусе. Такой цвет слоновой кости и с золотым шиммером. Очень красиво. Особенно на солнце, как он красиво переливается. Просто чудо. Парфюм здесь, парфюмер также Пьер Негрин и Ришард Херпин. То есть, вот смотрите, из последних опусов уже появляется везде Пьер Негрин, да, фигурирует. Восточно-древесный. О чем он? Здесь очень много жасмина, иланг-иланга и цветка апельсина. Яркая, да, бело-цветочная, желто-цветочная направленность у этого парфюма, но также очень много древесности. Вот, вы знаете, наверное, готовясь к этому видео, в этом парфюме мне было тяжелее всего понять его суть, да, задумка какая. В принципе, он уже не звучит настолько природно, как первые три, может быть, или четыре парфюма, вот таким разнотравьем, да, луговым. Но, в принципе, в нем есть такой какой-то аспект вот ароматерапии. Вы знаете, уже как-то уменьшен, да, процент этой ароматерапии поменьше. Здесь я бы сказала, что он больше уже к городу тяготеет, но при этом и природности в нем много. То есть он такой, вы знаете, расплывчатый. Не могу его определить только в одну группу. Многим он напоминает Black Orchid Tom Ford, да, черную орхидею. По нотам здесь у нас средние ноты алебаном, гвояк, шафран, ветивер, имбирь. Вот посмотрите, какая огромная, мои дорогие, связка таких более мужских нот, да, таких как шафран, ветивер, имбирь. Они для меня мужские. Гвояк также. Ну, алебаном, в принципе, он там и там может хорошо смотреться. Индийский лавр. И бензоин дает сладость. Вообще в базе он очень сильно так раскрывается бензоиновым жасмином. Сладость здесь такая бензоиновая и древесность гвояковая. И, в принципе, очень много вот этих таких мужских одеколонистых ноток. Вы знаете, как он для меня звучит? Давайте я вам сразу скажу. Такое мое именно ощущение, да, но этим и интересно, в принципе, да, именно то, что я чувствую. Вот он, знаете, как ощущается, как сбрызнутая одеколоном рубашка мужчины, который целовал и обнимал женщину-испанку с жасминовым парфюмом. То есть постоянно для меня здесь много жасмина, иланг-иланга с одеколонно-древесными нотами. Вот именно одеколонно-древесными, мои дорогие. Очень такой контрастный аромат. То есть вот этот яркий цветочный блок контрастирует с специево-одеколонистыми нотами. Да, белоцветочный, даже желто-цветочный, но очень южный также, такой солнечный, больше солнечный парфюм. Древесность, ветивер, гвояк, шафран, лавр. Я вот всегда думала, есть ли здесь ароматерапия. Она, кстати, вы знаете, проявляется уже вот попозже, да, не сразу. Вот если в первых четырех парфюмах сразу чувствуется эффект ароматерапии, то здесь она как-то больше к базе проявляется, именно когда он становится таким более древесным, да. То есть вот цветочность вся уходит яркая. И он же более активный, опять, чем первые четыре, более городской. И вообще бы я сказала, что здесь жасмин, вот если мужчина, кто любит мужчины жасмин, здесь может именно жасмин подойти мужчинам, потому что он звучит, я не могу сказать, что он здесь звучит очень как-то соблазнительно или эротично, да, бывает жасмин такое вот реально эротичное звучание. Здесь он именно очень хорошо уравновешен древесными оттенками мужскими. У него очень начало, я бы сказала, такое цветочное, нежное, а база очень мощная, да, древесная. Вот так, мои дорогие. Так что, женщины, вот не думайте, что это вот только парфюм, да, о цветочных нотах. Или мужчина, да, не думайте, что это только цветочный, все, фи, мне это не нужно. Здесь, в принципе, здесь, в принципе, много древесных нот. И я знаю, да, некоторых людей, в принципе, да, они арабы, да, но они, проживающие в Европе, они именно этот парфюм выделяют, да, вот среди всех. Я знаю, что в этой линейке 8-й парфюм, я не могу сказать, что супер любимый, да, или там кто его разыскивает, ищет, да, и пытается именно только его приобрести. Некоторые женщины, я знаю, да, любят его, как и жасмин, говорят, там пахнет гречневой приятной кашей, да. Вот, а как-то мужчина, особенно, я знаю,
вот каких я знаю мужчин, что как-то его не очень, да, любят, но, как я вам хочу сказать, вот есть здесь знакомые у меня, да, именно из арабского мира, которые именно его выделяют. Вот так, они говорят, нет, ну это просто самый шикарный аромат. Давайте сразу с вами двинемся к 9-му парфюму. Обожаемый, да, вот он мой любимчик. 9-й парфюм, он посвящен камелии, травиате, да, опере Джузеппе Верди. Посмотрите, какой красный насыщенный флакон. И смотрите, здесь подставочка уже золотая, совсем золотая, да. Он также для меня о чувственности. Посвящен, я вам сказала, да, опере Джузеппе Верди «Травиата» и произведению «Дама с камелиями» Александра Дюма. Да, ну, все мы прекрасно знаем это произведение. О чем оно? Так, по нотам здесь камелии, да, вот, то есть здесь заявлено в этом флянтике, маленьком брошюрке, что он посвящен камелии. И какие здесь у нас с вами ноты? 2015 уже год. Восточные, они просто восточные. Помимо камелии есть черный перец и жасмин. Средние ноты: пчелиный воск, кожа, гвояк, ветивер. И базовые ноты: цибетин, сера амбра и ветивер. Да, вот ветивер он в базовых нотах, не в средних. Для меня какой он? Сухой, горько-сладкий. Горько-сладкий парфюм. Парфюмер здесь Натали Лорсон, которая помогала, да, Пьеру Негрину. Или я не знаю, или Пьер Негрин пригласил Натали и сказал: Натали, помогите мне, пожалуйста. Но опять здесь два парфюмера. Это один из самых моих любимейших парфюмов, наверное, в этой линейке. Это такая белоцветочно-кожаная анималика. Вы знаете, что я люблю очень парфюмы, да, с анималистичными нотами. На мне вообще много анималики. У меня много анималики в моей коллекции. Она на мне шикарно раскрывается. Мне дает ощущение чего-то живого, да, в парфюмах. По большому счету, что здесь у нас? Воск, сера, амбра, цвета и жасмин с кожей. Ну, как я сказала, белоцветочно-кожаная анималика. В нем есть ощущение перги, да, вот этой пыльцы, да, от пчелиной, да, пыльцы. По большому счету заявлен воск, но ощущается больше пыльцы. Он свежий и чистый, вот при всей такой кожном направлении, да, анималистично, он звучит очень свежо, чисто. При этом кожа плюс пчелиный воск звучат очень пикантно. И вообще такой парфюм, он приводит в чувство. Вот когда вы его также на себя наносите, как я вам говорила, второй парфюм, да, он как-то освежает мысли, позволяет переключиться на что-то другое. И этот парфюм, он, если у вас голова куда-то идет кругом, вот стоит нанести этот парфюм, и он сразу концентрирует на себе и вводит в вас какое-то совершенно новое состояние. Он очень мощный, яркий, красивый, чувственный. Вот красный цвет, естественно, это чувственность, да, и этот парфюм, он очень чувственный. Жасмин здесь, вы знаете, такой очень холодный, сексуальный, какой-то даже искрящийся, я бы сказала, как вот у меня есть парфюм Superstitious, суеверный Фредерик Маль, там парфюм, там жасмин такой же очень белый, прям насыщенный какой-то, и очень соблазнительный, такой сладко-горький. Вот этот парфюм, он для меня сладко-горький. Может понравиться, я когда его разнашивала, вот наслаждалась, так скажем, этим ароматом, мне кажется, что он может понравиться людям, которые любят именно альдегидные парфюмы. Я, да, не оговорилась, ну, анималика понятно, кому нравится кожа, анималика, да, я думаю, он понравится. Но кто любит также еще альдегидные парфюмы, присмотритесь, потому что он дает такое ощущение свежести и свечения, какое дают парфюмы с альдегидные, да. И многие жалуются, что выдают фекальные ноты. На мне совершенно нет, мои дорогие, никаких фекальных нот. Вот так. Что я еще могу сказать? Он совершенно неоднозначный. После каких-то определенных 2-3 часов в нем появляется такое даже тревожное звучание. Поэтому, если я бы на ночь, может быть, не всем советовала его наносить, вот какая-то реально какая-то тревога. Ну, если мы знаем, да, какой опере он посвящен, какому произведению он посвящен, да, с камелией, дама с камелией, мы знаем все развязку, кому, кто не знает, посмотрите. Сейчас не хватает до времени полностью это рассказывать. Но есть драма, да, и здесь ощущается, да, вот в конце, когда он первые ноты уходит, даже средняя к базе, он становится тревожным, как будто ожидание, да, чего-то такого. Естественно, развязки, так скажем, да. Так, и что я еще хочу сказать? Про него, вы знаете, чем он мне еще, мои дорогие, нравится? Вот он такой, его я на себя наношу, и воздух сразу становится наэлектризован чувственностью. Вот как, в принципе, в 4-й парфюм, он для меня также о чувственности. Здесь чувственность. Воздух просто наэлектризован чувственностью, каким-то волнением.
чувственностью, волнением и предвкушением. Вот в самом начале чувственность, волнение, предвкушение. Он реально, реально сильно подчеркнуто чувственный. Такой, мои дорогие, нравится он мне. И у него очень, в принципе, необычное звучание. Не могу найти парфюм, который бы был похож на него. Вот в моей, скажем, коллекции. Просто не очень необычное сочетание, да, вот белоцветочность этого жасмина, камелия. Я не знаю, как камелия вообще. Я знаю, что камелия, у нее, в принципе, нет аромата, но здесь решили создать именно аромат камелии, посвященный камелии. А может быть, самому образу, да, визуальному камелии, и аромат — это как какая-то фантазия, да? Как могла бы пахнуть камелия? Может быть, здесь черный перец и жасмин пытаются воссоздать, да, сам аромат камелия. И очень интересная, да, вот эта связка. Гвояк опять появляется, как я вам говорила, во многих опусах есть гвояк. Древесность такая гвояковая. Серый амбр дает воздушность, потому что он, в принципе, такой парфюм, вы знаете, не могла бы сказать, что он забитый, да, плотный. Он, скорее всего, воздушный. Восьмой, например, в нем, восьмом, он более плотный парфюм, да, он более плотно звучит, более плотно как-то связан, между ноты, наверное, связаны. Нет ощущения воздуха, в этом больше воздух, да, при таких убойных нотах, да, как... цебетин, что здесь кожа, гвояк. Да, в принципе, жасмин, да, бывает плотным, но он совершенно не плотный. Сухой, горьковато-сладкий, да, аромат. Десятый парфюм, вот он. Давайте переходим к нему. Опус 10, 2016 год. Восточно-цветочный. Это просто ода, мои дорогие, розе. Вот смотрите, здесь также у нас золотая, да, подставочка у него. Получается, у нас у 9-го золотая подставочка и у 10-го, да? Где у нас еще была золотая? А, в принципе, вот. Вот у 8-го, но она такая более матовая, да? А здесь прям светящаяся золотая. 10-й. Это парфюм восточно-цветочный. Он, конечно же, о розе. Он посвящен фильму «Красная скрипка». Вообще, он заявляет, что это как вот... парфюм, посвященный просто розе, да? Здесь майская роза, красная роза, роза, оксид розы, да, в верхних нотах. То есть вот роза, роза, любителям роз, да, не проходите мимо. Герань, кожа в средних нотах. И лак, да, аккорд лака. Базовые ноты очень интересные, да, металлические ноты. Металлический аккорд. Лаосский ут, иланг-иланг и амбраром. Ну а что это, мои дорогие? Это такая гераневая кожаная роза для меня. Он очень стойкий, самый, наверное, из всех вот представленных, самый концептуальный аромат. Вот, наверное, может быть, даже самый стойкий из всех, какие здесь есть. Он очень, с одной стороны, манящий, с другой стороны, отталкивающий, да, на мой взгляд. Его хорошо наносить на одежду, а не на кожу. На коже вот он очень может так сильным, да, металлом звучать. И в нем есть какая-то такая винная розность, винная... винная розность, не уходящая в излишнюю сладость. В нем есть театральность, драма, скорее такой будоражащий, активизирующий, да, чем успокаивающий. Например, если я вам говорила, да, ароматерапия, парфюм, они более такие успокаивающие, релаксирующие, то этот, он более активизирующий, более активный. Ассоциация для меня, например, с замками, с какими-то, да, с дворцами, замками. Что-то такое очень театральное в нем есть, будоражащее, да. Удорожащая, активная. Интересно. Вы знаете, в нем такой есть аспект. Может быть, именно что кожа, по коже, я бы могла вот по этой какая-то чувственность вот к девятому отнести, но девятый для меня вот за счет анималики как поинтереснее звучит. А здесь он также интересный, но вот именно просто роза, мои дорогие. Но я слышала, кто, на ком-то он реально может там кровью раскрываться, металлом, поэтому присмотритесь к нему, если хотите, розу, но лучше с затестом, да, также я не советую вам его именно без затеста покупать. Так, это у нас был 10-й парфюм, да, 11-й, 11-й, опус 11-й, 2018 год, восточно-древесный парфюм. Ой, как я его люблю, мои дорогие, вот он, недавно он у меня появился, но для меня... это кайф, мои дорогие, вот 11-й опус, это кайф, это парфюм, посвященный динамике уда, да, ноты уда, какая она может быть. Здесь верхние ноты майоран уд, средние ноты уд и базовые ноты стиракс и укрифия. Вообще, он, по-моему, о таком элементе, как вудлеза, да, аспект такой во многих современных парфюмах он появляется. Он очень стильный. Я вам сказала, что для меня это кайф, да, очень стильный, благородно при этом звучит, хотя я совершенно не любительница удовых ароматов,
Но для меня это просто супер, супер привлекательно звучит на мужчинах, мои дорогие. Смолистый, кожный такой, животно-амбровый. То есть есть кожа и деликатная анималика. Сдержанный, но при этом, вот смотрите, благородный, он сдержанный, но просто чувственный. И сдержанный, но при этом чувственный. И вообще он посвящен кинематографу и пахнет кинопленками. Многие говорят, что он пахнет кирзой. Может быть, да, есть такое ощущение, но какая-то, вы знаете, не грубая здесь кожа. Более какая-то стильное звучание, более облагороженное, даже не стильное, а более облагороженное. Хотя да, он стильный, этот аромат. Я почему-то, вот все говорят, что он очень стильный, что он такой убойный, а я его очень хорошо вижу на мужчине, даже в костюме, может быть, куда-то, не знаю, даже на какой-то встрече. И вообще, мне кажется, он женщинам на мужчинах будет очень нравиться. И сама я в нем, вот когда мне все бывает так же надоедает, второй опус он меня приводит, да, приводит фразу, переключает меня, да, такой позволяет так, говорит, cut up, да, все, мы отрезали, да, все, отрезали, закончили этот отрывок, да, своей жизни, наверное, да, и начинаем новый какой переход. А этот парфюм, он просто реально создает вам новую какую-то реальность вокруг вас, да, реально, ну, бывает, да, за тавтологией, когда много говоришь, бывает, повторяешься. Просто новая реальность вокруг вас, благородно, стильно, неизбито звучит, как-то он красиво переливается также. Обожаю просто, это восточно-древесный парфюм, но он для меня вот реально, да, кожа и анималика, такая кожаная приятная анималика. И майоран есть, он придает такую приятную пикантность парфюму. Майоран у меня есть в парфюме Нобеля 1942, Малия, вот там также мне нравится майоран, так звучит приятно специи. Наверное, он поэтому такой какой-то дает аспект, может быть, даже слегка, не знаю, что-то у меня четвертый упал, какой-то, может быть, аспект леса, может быть, да. Но при этом он, скорее всего, в городском стиле. А по лесу, вот это иногда бывает в нем, вот в 11-м какой-то лесной такой аспект, может быть, за счет кожи, да, и такой чего-то темного. Вот он с 7-м перекликается для меня. Вот он с 7-м, опусом 7-й и 11-й, они очень супер стильно звучат для меня. Это два таких супер стильных парфюма. То есть, если только 7-й больше в природность уходит, а 11-й больше в стильность, наверное, в такой городской стиль, да, подходит больше к городскому стилю или городской среде. Давайте перейдем с вами к 12-му. Это Rose Encens, но он, по-моему, нигде никогда не был заявлен 12-м. Но это Rose Encens, это парфюм, этот парфюм создал в 2019 году Бруно Иванович. Он о розе и ладане. Но, в принципе, здесь заявлена розовая вода, а не роза. Что у нас есть? Восточно-цветочный. Верхние ноты алибанум и леми чернила. Средние ноты розовая вода, алибанум замша. Базовые ноты мира, сандал, ваниль, кедр. Мои дорогие, о чем это? Это такая роза велюрово-бархатная ладанная роза. В базе становится слаще за счет мира и ванили. То есть ладан здесь отчетливо ощущается. И сладость. Может быть, даже он самый сладкий из здесь представленных. Вот здесь представленных полных размеров, да, полных флаконов. Еще появится затем Royal Tobacco и вот последний парфюм King Blue, да, он также сладенький. Но вот из представленных полных размеров он самый сладкий. Ну еще что это? Вот мира и ваниль здесь реально сладят. Поэтому кто не любит сладость, также с ним будьте поосторожнее. Замшевость такая, как будто на замшу. Вот на замше как будто раздавили лепестки роз, и все это воскуривается ладаном. И потом, опс, и пролили чернила, как будто рядом писали какой-то роман, да, и вот именно чернилами. И вот эти чернила разлили, потому что появляется такой немножечко как едко-тягучий аромат. Интересный, да, интересная вариация на тему ладана сладкой. Вот именно сладкое. Здесь важное, да, вот это восприятие, что важное определение, что он сладкий. Ладанно-сладкая роза. Потом, мои дорогие, этого. И он плотный, кстати. Вот Rose Encens, он плотный. 8-й также плотный парфюм. 10-й. В них воздуха меньше, например, чем во всех здесь представленных, я бы так сказала. Да. Даже в 11-м больше воздуха, чем в 8-м и в
Rose and Sons, назовем его 12-м. Но вот, например, Rose and Sons, я не знаю, мне кажется, это больше женский также вариант. На мой вкус, не знаю. Хотя я знаю мужчин, которые любят и пятый, да, опс. Я вам сказала, что пятый опс больше также женский вариант. Знаю мужчин, которым нравится он. Знаю мужчин, которые Rose and Sons нравятся, но это такие вот эстеты, да. А вот для мужчин, которые, в принципе, не очень интересуются парфюмерией, я не знаю, мне кажется, они скажут, ну нет, что-то не то. Давайте перейдем сразу с вами к 13-му опусу. 13-го, 14-го у меня нет, я вам просто скажу свои мысли, я их очень много тестировала, и я еще думаю о том, нужен ли мне полный размер. Это Silver Oud, да, 13-й. Парфюм Cécile Zarakian создала, он такой древесно-кожано-дымный. Oud такой очень анималистичный, он очень мощный аромат, Silver Oud. Мне нравится, как он звучит, я не могу сказать, что он мне не нравится. Мне нравится, что он не подстраивается подо всех, да, вот что он не такой парфюм, который будет всем нравиться, да, и то есть его не создавали коммерческим, уже это приятно. Такой мощный, монументальный, Oud животный. Затем появляется такая дымная древесность, очень сухой аромат. Ну, я люблю, да, анималику. И что у нас, давайте по нотам, это верхние ноты нагармота, вирджинский кедр, пачули, средние ноты Oud, мадагаскарская ваниль, базовые ноты касториум, амбраром, береза, гвояк. Oud здесь, вот я вам сказала, животный, сразу, когда вы его распыляете, он животным, затем он начинает больше сладить. Ну, конечно, добавляется ваниль, становится такой сладковатый Oud, все-таки анималика затем уходит. Сладковатый Oud, и к нему добавляются такие, какой-то, вы знаете, как же правильно определить, сладковатый Oud становится, да, он сладковатым, но при этом все равно остается мощным, то есть он не уходит в какую-то мимимишность, в гурманику, да, то есть он не гурманский, не становится гурманским Oud-ом. Поэтому он, естественно, для меня больше в сторону мужскую уходит по гендерности, как, в принципе, 7-й я вам говорила, да, и 11-й, но 11-й это какое-то исключение, он звучит по-мужскому, да, но мне нравится. Я просто от него вот кайфую, мои дорогие, от этого 11-го. Да, вот Silver Oud, он очень мощный, в принципе. Если бы, может быть, какой-то от Levant я приобрету, или у кого-то спрошу, если увижу знакомых. Так, перейдем с вами к 14-му. Это опус 14-й Royal Tobacco. Здесь также парфюмер Cécile Zarakian, он был создан вот совсем недавно, в 2022 году. Фужерный, он заявлен как фужерный, амбровый, сладкий. Он очень сладкий, на мой вкус. Он очень такой нагроможденный. Он не только о табаке, он заявлен, да, королевский табак в названии, но для меня не только о табаке, он также о лакричнике. Вот смотрите, по нотам здесь алибанум, анис, кардамон, элемин, базилик, бергамот. И давайте остановимся. Вот этот базилик и анис, они придают очень интересное, необычное звучание, когда вы его на себя наносите. Вы сразу такое ощущение у вас создается. Ой, такого еще не было. Что-то интересное, да, вот для амуаж, именно в рамках амуаж. Средние ноты. Табак, лакричник, как я вам говорила. Видите, к табаку добавляется лакричник. Пажитник, прунол, лаванда, османтус. Кстати, вот смотрите, большой блок цветочный. Османтус, цветок апельсина, роза. И базовые ноты. Алибанум опять повторяется, да, в верхних нотах алибанум, в базовых нотах алибанум. Бурбонская ваниль, мира, смола березы, Oud, лабданум, перуанский бальзам, гвояк, бобы тонко, мускус, ветивер. Теперь выдохнем. Вот, посмотрите, огромная такая пирамида. И вот именно вот это, понимаете, как будто для меня это слишком много. Много лакрица здесь. Вот этот необычный старт базилик мне нравится, и мне, я думаю, что это интересно. Табак здесь звучит только в начале, затем он все равно становится более лакричным, на мой вкус. Вообще он по своей мощи, да, он меня, вот Royal Tobacco, он по своей мощи меня относит больше к интерлюду, да, вот к таким напористым, ярким, заявляющим о себе парфюмам. И не знаю, вот мне кажется, Royal Tobacco как-то он не совсем вписывается в линейку опусов, вот в такую преемственность их. Мне кажется, вот именно Royal Tobacco, даже Silver Oud я еще могу приблизительно притянуть его к опусной линейке, потому что в нем есть вот это ощущение природности. Пусть даже, да, через животный Oud, но он опять к природности относится. Потому что если посмотреть, до этого у нас была, окей, природность, ароматерапия в опусах, была у нас чувственность с вами, да, вот 9-й опус, 4-й, да, 10-й, в принципе, он также о чувственности. Ну, я не могу понять, вот, например, к какому бы я Royal Tobacco отнесла. Он вообще, мне кажется, Royal Tobacco, он больше даже подошел в основную линейку амуажей, а не именно не к опусам.
Это преемственность я не чувствую. Вообще, мне кажется, он даже, вы знаете, такой самый мощно древесно-сладкий аромат вот из всех новых амуажей, именно древесно-сладкий. И поэтому, не знаю, по своей такой насыщенности, мощь вообще, по большому счету, да, сладкий аромат, это не мое. Если я, конечно, когда-то найду его с Royal Tobacco с такой скидкой, может быть, я его приобрету или мне его кто-то подарит, да. А так вот прямо целенаправленно идти его покупать, ну, не знаю, мне кажется, для меня нет такой необходимости. Тем более, вы знаете, да, у меня есть интерлюд вот в версии парфюма, поэтому мне пока достаточно. И вот интересно, у меня есть от Levant, мои дорогие, King Blue, да, Opus 15, King Blue, появился в 2023 году. Вот совсем новинка, так скажем, восточно-древесный парфюм. Два парфюмера, Алексис Кружон, парфюмер, который создал Search, также новинка, да, этого года в форме мужского флакона, и Хамид Мирати Кашани. Так, верхние ноты у нас. Он очень сразу вкусненький. Я вам сразу скажу, что он просто супер вкусненький. Здесь нет ничего такого новаторского. Ну вот нет того, за что мы с вами ценили амуаж прошлых лет. Такого уникального, бросающего вызов чему-то. Это парфюм, который, я думаю, довольно-таки коммерческий, который будет нравиться большинству людей, которые будут его быстро покупать, не раздумывая, потому что он нравится, он приятен сразу. Не нужно время, как со многими амуаж прошлыми, когда это просто сразу шок, вас раздавили, и вы не понимаете, что с вами произошло, но проходит время, вам просто это необходимо, да, вы понимаете, что это уникальность. То есть здесь парфюм, это не для меня, во всяком случае, это не о уникальности, а все-таки больше о таком коммерческом приятном аромате. Верхние ноты: мандарин, черная смородина, розовый перец. Средние ноты: алибанум, амбра. И базовые ноты: дуб, пачули, уд, сандал, кожа. Для меня это фруктово-кожаная древесина, мои дорогие. И он очень гурманский. Вы представляете, вот не знаю, за счет чего здесь такая гурманика создается. Может быть, здесь уд такой сладенький. Может быть, в принципе, амбра, она также может приятно сладить, как вот амбра нам подсладила очень приятно, но ненавязчиво в шестом опусе. Фруктово-кожаная древесина, гурманика. Он приятный. Знаете, такой, как будто какие-то даже конфетки здесь чувствуются сразу. Дуб здесь не дает слишком много древесности. Все так уравновешено, в принципе. И уд уравновешен. Уд, кожа и дуб, они уравновешены. Алибанум слишком сильно не дымит. Амбра приятна, такая ласкающая здесь, сладенькая. И вот, наверное, может быть, черная смородина и мандарин такой дают вкусненькое звучание, да? Хотя это цитрусовые, но, может быть, они вот дают такой какой-то аспект кожи и уду. Гурманско вкусненькие, наверное, они. Ну, то есть, если бы вот, вы знаете, вот при всем при том, что я люблю уникальные парфюмы, если бы вот этот King Blue мне подарили, я бы совсем не расстроилась. Мне интересен он. Пусть, да, нет ничего в нем новаторского, нет в нем ощущения откровения, наверное. Но мне кажется, его очень приятно использовать каждый день. Когда вам надоедают ваши серые будни, и вам хочется в свою каждодневную, да, жизнь внести что-то яркое. Он, скорее всего, что-то яркое. Вот именно вот этот парфюм King Blue, мне кажется, он хорошо раскрасит, да, именно будни. Не могу сказать, что на работу 100% я бы его посоветовала, но вот для свободного времени, да, повседневности прям классно. Не буду оценивать его, какой здесь уд звучит. Я вам сто раз говорила, что уд — это не моя, да, территория. Не знаю, может быть, вот миллилитров 10-20 мне было бы достаточно, потому что в нем какая-то есть шоколадочка даже. Вот какое-то звучание, да, шоколадное есть, вкусненькое. И из всех последних, да, Silver Wood, потом Royal Tobacco и вот King Blue. Silver Wood, наверное, я приобрела, да, и может быть вот этот King Blue также. Но Silver Wood, его также лучше бы поменьше, мне кажется, столько много, его никогда не успеешь использовать. Ну вот, мои дорогие, это были мои мысли о опусах. Пишите мне, что вы думаете о них. Мне кажется, вот эти три последних парфюма, из них Silver Wood больше тяготеет к предыдущей линейке, а вот уже Royal Tobacco и King Blue, они такие ориентированные больше коммерчески на
более широкий круг потребления. Такие более парфюмы, которые легко могут понравиться. Но, например, Royal Tobacco, он для меня слишком нагроможденный получился. Тем более табак, вы знаете, у меня есть Versace табак, который мне очень нравится. А King Blue... Что-то такое, вы знаете, для меня необычное. У меня нет, кстати, таких вот суперкоммерческих ароматов, которые всем нравятся. Он, знаете, вы знаете, даже куда-то перекликается King Blue к парфюмам из Parfum de Marly, к мужской линейке. Что-то есть такое яркое, позитивное, то, что вам вот нравится сразу, да, вот такого плана. Ну все, мои дорогие, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч!